Но я опять же говорю, по оценкам интернета, то там порядка более 100 тысяч человек названа цифра. Вот. Мне было даже удивительно, что, допустим, сотрудники моего издательства, которые никогда не ходили на подобные марши, вдруг вывешивают на своих страничках в Фейсбуке то, что они там были, то, что они пошли памяти Бориса Немцова. И это не оппозиция, это ни в коем случае никакая не оппозиция. Это люди, которые, в общем-то, наверное... Даже, может быть, и фигура Бориса Немцова для них не столько культовая, а это люди, которые понимают, что что-то сейчас творится не то, что что-то происходит, и что-то нужно остановить, потому что действительно это ну, чудовищная провокация. Вот. Это люди, которые болеют за Россию. Это люди, которые не просто не согласны с властью, это люди, которым просто не безразлична судьба России. Они вышли, потому что они хотят показать свою любовь к стране. Вот. И я считаю, что... Даже, наверное, благодаря, хотя нельзя так говорить, да, смерти Бориса Немцова, собралось достаточно больше людей, чем должно было быть на самом деле, потому что все-таки это громкое убийство, оно подтолкнуло людей к каким-то действиям. И слава богу, что это действия не выражены как там разжиганием какой-то ненависти, опять же, сталкивание оппозиции еще с теми, кто любит власть. В любом случае, это люди вышли выразить свою гражданскую позицию, то, что они согласны с тем, что творится на сегодняшний день в стране, и не согласны с тем, что смерть Бориса Немцова, это, в принципе, на этом месте может быть любой из нас. Потому что сегодня Немцов, завтра кто-то другой, и, в общем-то, значит что-то не так, значит, нужно искать какой-то общий выход.